Святая Ефалия жила в III веке на острове Сицилия, в городе под названием Леонтин. Вся ее семья, она, мать и брат, были язычниками. Однажды матушка Ефалия тяжело заболела. Через время явились ей во сне святые мученики Алфи, Филадельф и Киприан, да открыли язычнице, что может она исцелиться, если уверует во Христа. Приняв крещение, вместе с дочерью мать исцелилась от недуга. Но к великой печали брат Ефалии, Сирмиан, презирал христиан и оставался истовым язычником. Когда узнал он, что семья его приняла крещение, пришел в сильнейшую ярость. Матери удалось бежать и укрыться, а вот на Ефалию обрушился весь гнев Сирмиана. Исповедав пред братом себя христианкой, приняла святая мученическую смерть. После жестокого избиения была она усечена мечом. Кончина ее последовала в 257 году. Пятнадцатое марта. День памяти святой мученицы Ефалии Леонтинской, Сицилийской.